В Венесуэле назвали организаторов покушения на Мадуро. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы обвинил правые силы в попытке покушения на президента. За взрывом во время парада в Каракасе стоят правые политические силы. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабелья. Правые настаивают на насилии, чтобы занять места во власти, которые они не смогли занять через выборы. Наш брат президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное командование остались невредимыми после террористического нападения, написал Кабелья в Твиттер. Он подчеркнул, что организаторам взрывов не удастся справиться с руководством страны. Ранее сообщалось, что в Каракасе прогремел взрыв во время выступления президента Николаса Мадуро. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. Мадуро и члены руководства были срочно эвакуированы. Они не пострадали. Мадуро обвинил лидера Колумбии в провоцировании войны. Власти Венесуэлы назвали взрыв в Каракасе покушением на главу государства. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.